Здравствуйте, мы очень рады видеть вас на нашем YouTube-канале. Сегодня мы находимся возле города Одессы, где была остеклена такая вот красивая беседка нашими безравными раздвижными системами. И, кстати, не только она, но еще и терраса частного дома, о которой мы поговорим с вами чуть позже. Но пока не переключайтесь, можете сразу подписаться на канал, если вы этого еще не сделали. И поехали! Итак, давайте сразу поговорим об этой прекрасной беседке, которая находится за моей спиной. У нас здесь три проема, которые были остеклены системой Slanted Max Slim нашими партнерами с города Одесса, компании «Формула стекла», за что им отдельное спасибо, они молодцы. И здесь была установлена система Slanted Max Slim, как я сказал до этого. Почему именно она и вообще какая стояла цель остекления в этой беседке? Хозяева этого дома хотели сделать данное помещение максимально удобным, практичным и уютным для использования в любую погоду и в любое время года. Это была их цель. И с помощью системы Slanted Max Slim это удалось. Она отличается тем, что имеет довольно хорошую герметичность, благодаря тому, что наполнением здесь служит закаленный стеклопакет. А также эта система еще имеет очень низкий порог, что абсолютно не препятствует прохождению через проем. Именно поэтому была выбрана эта система. Когда створки системы открываются полностью, то можно абсолютно беспрепятственно проходить в сторону бассейна или обратно. И это действительно очень удобно и практично. Также еще одна задача, которая стояла при остеклении этого объекта, это оградить то, что находится внутри беседки, именно мебель, столы и кухонные приборы от различного рода осадков и пыли. Также хочу отметить то, что у заказчицы очень хороший вкус, потому что беседка выглядит очень красиво, элегантно и эстетично. А наши системы очень хорошо ее дополняют, потому что были окрашены еще в подходящий к экстерьеру цвет. И еще также тонированное в массе закаленное стекло, точнее стеклопакет, очень хорошо подчеркивают внешний вид этой беседки. Благодаря использованию не очень широких створок мы можем открывать систему шире, потому что когда мы паркуем наши створки у сторон проема, то они занимают меньше места, что делает проход в сторону бассейна еще более удобным и легким, как с этой стороны, так и с той стороны тоже. Представьте, как хорошо, удобно и приятно в жаркий день вот так вот открыть створки системы и нырнуть в бассейн и охладиться. Очень хорошее решение. Благодаря наличию кондиционера, который может работать как на охлаждение, так и на обогрев, эта беседка теперь действительно будет комфортна круглый год. Если на улице прохладно, то помещение легко можно обогреть, а если приходит летний, жаркий, солнечный день, то тогда можно закрыть нашу систему и включить кондиционер на охлаждение. Здесь будет очень комфортный микроклимат, учитывая, что здесь очень хорошая зона отдыха и барбекю. Что ж, теперь давайте поговорим о террасе этого дома, которая была также остеклена нашими безравными раздвижными системами, а именно система Slanted Smart. Мы уже не раз делали обзор на эту систему, если вы не видели, то можете посмотреть его вот здесь. Задача стояла при остеклении этой террасы в том, чтобы сделать ее также уютной и комфортной, но для того, чтобы проводить это время в любую погоду и в любое время года, потому что там также будет зона отдыха и зона барбекю в том числе. Также второй задачей при остеклении этой террасы было уберечь ее и то, что будет внутри этого помещения от пыли, грязи и разного рода осадков. И действительно теперь после того, как система здесь уже установлена, очень удобно будет хозяевам выйти из дома и попасть сразу на чистую, уютную, комфортную террасу. Здесь было применено закаленное моностекло, что делает ее очень прочной и устойчивой к ветронагрузкам, а также благодаря наличию фетровых уплотнителей по периметру створок она очень устойчива к продуванию. На этом мы заканчиваем наш сегодняшний обзор с берега Черного моря. Надеемся, что вам понравилось. Если да, то обязательно поставьте палец вверх. Нам будет очень приятно, потому что мы стараемся для вас. Если у вас остались какие-либо вопросы, то обязательно пишите нам их под этим видео в комментариях, а мы с радостью на них ответим. Спасибо, что были с нами. Хороших вам видов, и пускай погода не меняет ваши планы. Всего хорошего!